Руководители Евросоюза заявили греческому премьеру Алексису Ципрасу, что он должен перестать играть с будущим своей страны. Вместо этого необходимо принять меры по предотвращению разрушительного дефолта. Глава правительства Греции встретился с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и руководителем Совета ЕС Дональдом Туском в Брюсселе. Во время сложных переговоров стороны стремились закрепить небольшой прогресс, достигнутый Ципрасом накануне на встречах с лидерами Германии и Франции. Напомню, с 2010 года ЕС и МВФ выделили Греции кредитов почти на 250 миллиардов евро. Переговоры зашли в тупик из-за отказа Афин выполнять требования кредиторов по сокращению пенсий и проведению непопулярных реформ на рынке труда. Стороны вновь взяли тайм-аут и договорились достичь окончательного соглашения 18 июня во время следующей встречи министров финансов еврозоны. Мы будем продолжать работать для того, чтобы прийти к соглашению. Мы работаем для того, чтобы преодолеть оставшиеся разногласия и различия в бюджетной и финансовой сферах, чтобы прийти к соглашению, которое будет гарантировать, что Греция придет к восстановлению социальной сплоченности и жизнеспособного государственного долга. Предстоящая на следующей неделе встреча Еврогруппы должна быть решающей. У нас нет больше времени. Сейчас нам нужны решения, а не переговоры. Греческое правительство должно быть более реалистичным. Больше нет времени и места для игр.